Слава Украине! В составе России? Не. Да. Не, Россия в составе Украины. Какие вы наивные. Слава полку Азов! Нет. Вы его обменяли на Медведчука потом. И вернули уже всех. Слушай, друг, вот я могу тебе одно сказать. Ты можешь помахать людям, так, которые тебя смотрят. 500 человек сейчас на Ютубе. Неправда. Улыбнуться. Неправда. Правда, правда. 1500, правда. Потому что меня еще 1000 смотрят сейчас. Ну ладно. Ты тоже на видео. Я думал, не записывается никуда. Я транслирую на 1000 человек, я думал, никто не увидит. Извини. Ну и ладно, ну и ладно. Записывай. Ну то, что ты это зря ты делаешь, конечно. Ой, да, правда. Поясни. Я тебя судить не буду, тебя Бог посудит, понимаешь? Ой, Бог за вот это говно меня будет судить. Что это за Бог? Это Бог петухов, что ли? У вас свой Бог отдельный. Да, да. Печально. Мне жалко тебя, друг. Вы знаете, ты православный, я так понимаю, да? Я просто верю в Бога, понимаешь? В какого? В своего Бога. В своего личного Бога. Бог един. Бог един, понимаешь? Ну, то есть не бывает твоего Бога, если он един для всех, правильно? Ну, так и есть вообще. Так. Ну. Православный или нет? 50 на 50. Я не хожу в церковь и не... Почему не ходишь в церковь? Уклонимся. Почему не ходишь в церковь, если Бог для всех один? Смотри, понимаешь, я могу просто верить душой и все. Ты думаешь, Богу этого достаточно будет? Богу достаточно, знаешь что? Это когда мы будем просто просить прощения за свои грехи и все. Ты откуда взял? Я откуда взял? Да. Из Библии. Так, а Библия у нас как получилась? Как образовал вот синодальный перевод, например, да? Сейчас на русский язык. Как так получилось, что у нас есть Библия? В смысле, как получилось то, что... Ну вот, вот идешь ты в магазин, смотри, покупаешь Библию. Я половину истории не знаю. Я знаю то, я рассказываю то, что знаю, понимаешь? Я к тому, я что не было бы церкви. Я к тому, и что... то, что ты делаешь, да. И то, что ты делаешь, твои деды, прадеды, они воевали, понимаешь? Да, да. А почему ты решил, что они за красножопых воевали? То, что ты сейчас делаешь, вытираешь георгиевской ленточкой свой нос поганый. Так. Ты сам себя поганый. А это, понимаешь? Значит, деды воевали за георгиевскую ленточку, надо понимать, да? Слушай, смотри, я тебе ничего объяснять не буду. Ну, оно и понятно. Тоже не буду, понимаешь? Оно и понятно. У тебя есть интернет. У тебя есть доступ в интернет. У тебя ты тоже. Зайти, я тебе рекомендую загуглить, есть, когда появилась георгиевская ленточка. При ком? Зачем ты это делаешь, скажи? Я сейчас тебя просвещаю. Ты хочешь, типа, у тебя какие-то провокации или что? Нет. Ты провоцируешь людей? Смотри, то, что ты тут сидишь, ты никому ничего не докажешь, понимаешь? Так. У каждого своя правда, ты никому ничего не докажешь, и ничто ты не сможешь изменить. Так. То, что ты людям показываешь, вот это то, что ты вытираешь, так, им абсолютно, понимаешь? Мне просто это не... Ты вытираешься уже минут пять. Потому что мне неприятно, я тебе сейчас говорю. Так. Мне неприятно то, что ты... А я думал, приятно будет, слушай. Мне неприятно такие вещи. Блять, ну, блядь, вот это, понимаешь, я ошибся. И любому человеку будет неприятно. Не, не любому. Не соглашусь с тобой. Ну, это только вашим там, блядь, не знаю, нацикам, блядь. А, нацики теперь. Ну да, нацики. Да, нацики. Азов — это же нацики. С нацики куда деваться. Президент еврей только, а так нацики, да. Ничто ты никому не докажешь, понимаешь? Я понимаю, что я тебе ничего не докажу. Не только мне, никому вообще это ничего не докажет. Нет, ну кому-то что-то докажешь. Но, прежде чем дело, странно, что у тебя сложилось впечатление, что я как бы вот этим жестом пытаюсь что-то доказать. Это вот интересный вывод ты сделал. Ну а для чего ты это делаешь?